хочу побажати тобі зберегти цю внутрішню наповненість і цю відвертість. Ще одне місце у сьомому раунді. Глядачі віддали учаснику, якого звуть Роман Веремейчик. Это друг, действительно друг, с большой буквы, мы очень подружились. У него день рождения 20 августа, у меня 19-го. Львы оба похожи во многом очень. Если надо будет, я за него кому-нибудь разобью лицо. Аниме любит смотреть очень. Я ни разу в жизни не смотрел, но вот после слов Ромы я обязательно как-то соберусь с мыслями и посмотрю аниме тоже. Эти мультики, думаю, смотришь, а там, оказывается, серьезные вещи в аниме происходят, да. Мы с Олегом даже какое-то время, ну так, подхихикивали. Он услышит где-то ноту, там по телевизору кто-то споет или какая-то песня, и сразу слышим, как Рома бежит в ванну, закрывается и пытается повторить эту ноту. Это очень весело, мы так говорим, о, Рома повторяет. То есть он очень большой трудяга. Ну, я бы хотел, чтобы у него все получилось, то, чего он хочет. Он также очень мечтает о этой сцене, ему это очень нужно. Он ничего другого не хочет делать, он этим бредит. Это для него жизнь. Я так понял, что ты эту песню, которую мы будем петь дальше, да? Ты, это не неизвестная тебе песня. Да? Я очень ждал этой песни. Ты ждал этой песни? Я живу ради этого эфира. Это невероятная песня. Наконец-то он будет петь очень крутую песню. Ты знаешь про что песня? Это твоя любимая песня. Ну вот я бы хотела, чтобы он такого чертенка дал. Знаешь, чуть-чуть чертовщинки. Ну, если он ошибется, все это рухнет сразу. Все это сразу обратится в минусы. Ну, я дуже хочу, щоб було вау. Игорь Васильевич, я вам обещаю, что я эту песню сделаю. Вы не разочаруетесь. Давай договоримся. Если я разочаруюсь, я тебе скажу в комментариях. Хорошо. Я разочарован. Хорошо. Это будет очень жестко. Я могу не приезжать домой, хорошо, потому что в моем доме тебя любят. И мне жена скажет, иди ночуй где хочешь. За такой комментарий. Но я тебе честно по-мужски скажу. Рома, разочаровал. Хорошо. Согласен? Согласен. Роман Веремейчик. Birds flying high, you know how I'm feeling. Silent the sky, you know how I feel. We're drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. For me, and I'm feeling good.
Роман Веремейчик на сцене шоу «X-Factor». А Ігор Кондратюк дотримав своє слово. Твій виступ дійсно став гідним фінальним акордом 7-го раунду. Спасибо большое. Подужно і захопливо, навіть трохи небезпечно. Чуєш, ти щойно не лише мене підкорив. Спасибо. Ось такий він несподіваний Роман Веремейчик. Йолочка, ти так уважно придивляєшся до Романа. Що скажеш про його виступ? Я очень рада, Роман, что тебе досталась эта песня. Я очень рада, Роман, что у нас появилась возможность увидеть тебя совсем другим. И еще больше я рада тому, что в этом образе ты не выглядел комично, хотя было опасно, согласись. Роман, ты был настолько убедительным, что я начинаю побаиваться вас с Игорем, правда? Коварно. Дякую. Серега, яким буде твоє слово? А нема слів. Та є сліви, є. І от вони. Рома, звісно ж, це було виступлення достойне аплодисментів. И не только потому, что ты единственный участник, за которого приходит больше всего смс с московского номера. Верно, Сергей Васильевич? Не только поэтому. Я не буду сейчас говорить комплименты твоему чувственному рту. Не буду учить тебя, из чего нужно стрелять. Я просто скажу, браво, Рома. Спасибо. Дякую. Сергею. Якої оцінки, на вашу думку, заслуговує Роман? Да, в самом деле, это выступал последний из записанных бесстыдников нашего проекта. Давайте про песню. Конечно, потрясающе. Конечно, он понимает, что у него все получилось. И это лукавые глаза, стрельба глазами, тому подтверждение. И он справлялся с этим оркестром. И была мощь в оркестре, колоссальная, совершенно. И он звучал, и он был частью этого оркестра, и он весь струился, и все фибры его души работали, Рома, абсолютно. Рома, доколе ты будешь терпеть всю эту ахинею? Ну ты оправдаешь хоть раз звание «муж не красен» или нет? Ответь, будь мужиком. «Муж не красен» тут за другим закрепилась кличка. А Ромочка, великолепное действительно выступление, очень чувственное, очень эмоциональное. Это очень трудная вокальная композиция тебе далась. И хоть это было и трудно, но, может быть, преодолевая вот эти сложности вокальные, знаете, эти синкопы, этот блюз невероятный, вот ты смог показать себя действительно с иной стороны, и открылись таким образом твои настоящие эмоции, не наигранные, дякую, а подлинные. Вот эта вот подлинность была, конечно, очень подкупающая. Ты действительно я молодец. Знаю, что вы можете много говорить на адрес Романа. Дякую. Игорю. Я должен тогда быть стислым, потому что уже очень много всего сказано. Ця пісня є одним з музичних канонів сучасної американської музики, тому і так багато її переспівали, і в тому числі баска, невідомо де. Оксано, я не хотів тобі на початку сьогоднішньої програми казати комплімент з приводу того смарагдового плаття, тому що я боявся наврочити. І ось саме що боявся я наврочити. Що, я хотів сказати на початку, що в моєму житті ще жодного разу не було так, щоб коли жінка була в зеленому, вечір не вдався для мене. Ну, слава Богу. А щодо Романа? Рома, а тобі я скажу сувору правду. На жаль, я сьогодні ночую вдома. Ти молодець. Чому ж на жаль, Ігорю? Це був жарт. Це був жарт. На щастя. На щастя. Кондратюк сьогодні буде ночувати вдома. Я думаю, що сьогоднішній виступ тебе зробив беззаперечним фаворитом, тому що так заспівати серед цієї шістки ніхто не зміг би цю пісню. Однозначно. Дякую. Спасибо. Що б не відбувалося за цим столом, якими палкими і пристрасними тирадами не обмінювалися судді,
У відповіді на головне для Романа питання, чи буде у нього шанс заспівати на цій сцені за тиждень, все це не має ніякого відношення, адже тільки вам по силах не згасити надії цього хлопця. Якщо ви вболіваєте за нього, якщо не хочете, аби він опинився на межі виліту, телефонуйте за номером 0900 102 008 та надсилайте смс з кодом 08.